Добрый день, NYFP TV приветствует вас. Для вас работаю я, Катя Солдак. Как показали последние данные, американская экономика замедлила темпы своего роста. Во втором квартале ВВП составил 1,3%. Американский ВВП за предыдущий квартал был пересмотрен в сторону уменьшения – 0,4%. Все вместе показывает, что предыдущие два квартала были одним из самых слабых периодов в американской экономике со времен недавнего экономического кризиса. И хотя отчеты о заработках компаний, а также прогнозы на прибыль в третьем квартале продолжают оказывать влияние на движение рынка, экономическая статистика все равно остается одним из важных факторов. Мы решили рассмотреть экономическую статистику, которая будет выходить на этой неделе. Ожидаются следующие экономические данные. Американский промышленный индекс ASM, расходы и доходы потребителя в США, а также объем продаж за июль. Ближе к концу недели США ожидают данные по безработице, уровень безработицы, отчет ADP, а также количество сокращенных рабочих мест. Также выходят данные по фабричным заказам и объему производственных заказов. Центральные банки также окажутся в центре внимания по поводу пересмотра процентной ставки. Вы смотрели NYFP TV, ваш ежедневный репортаж с рынка ценных бумаг. Для вас работала Катя Солдак. Всего доброго, до свидания.